Вику сегодня отмечают 60 лет со дня основания. За эти годы из стен училища вышли более 20 тысяч офицеров. Четверо имеют звание Героя России. Сегодня в Твику получают образование около 1500 курсантов. Из них более 300 иностранцев. Они возвращаются в свои страны и служить там. И, в общем-то, по отзывам занимают высокие должности у себя в вооруженных силах, имея диплом выпускника Тюменского училища.